Всем привет, друзья! И на моем канале ничего давно не было интересного. Так что вот сегодня мы будем играть в Яндекс.Игры. Но прежде чем только подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходит новое видео. Бабл квас! Ладно, это не то. Итак, что бы тут найти такого? Пазл персонажей. Я там видел на картинке доктора Ливси. И думаю, что вроде бы будет все гораздо лучше. Так что... Я хватила протекает опять. Ой, смотрите. Гаст. Так, а тут еще вообще что-нибудь будет. Ладно, давайте что ли, я не знаю. Выберем Гастер что ли. 3, 2, 1. Погнали! Так, куда... Это куда детальку? Это вот сюда, да, я точно помню. Хотя нет, это не сюда, это вот сюда, да. Да, это сюда. Потом, значит, это куда? Это куда? Вы только посмотрите, какие значки. Вот это... У меня кусок мышки даже маленький. Кусок мышки. Это значок музыки даже больше, чем мой кусок мышки. Так что, ладно, выходим из нее. Хоть я там видел и доктора Ливси, но мы, похоже, не найдем его. По крайней мере, ладно. Герой по фазе. Симпсоны. Что? Ну, не знаю. Они меня 100 лет живы. Мы видели бесплатно. Кто же это говорил? Балт? Гомел? Милхаус? Вообще не пойму, кто это. И Лиза. Ну, думаю, что, по крайней мере... Сейчас, минуточку. Ну что ж, я думаю, что это все-таки Гомел. Да! Да, Лиза, это был... ну, конечно же, это Малыш, наверное. Да! Папа, извини, что... Окей, это Балт. 100%. Да! Я хоть и не смотрела Симпсонов, но я знаю, что... Я так догадываюсь. Ну, это Милхаус. Выходим из этого. Так, ладно, чтобы тут еще нам такого найти? Чтобы еще такого? Угадай звезду. Ну, это просто. Я же знаю людей всяких. Там, Валеру, например, Муроху. Я про свою кошку. Один из самых известных российских режиссеров, авторов и этого работа. Сейчас. Сейчас. Автор фильмов. Фильмов. Девятый рота. Так. Кто это? Режиссер. Ну, понял. Да. Так, еще один известный российский режиссер. Александр Макли. Я создатель автомата АК-47. Стоп. Создатель автомата АК-47. Что вообще? Михаил Калашников. Ну, я понял уже. Калашников, да. Первая в мире женщина. Вы издеваетесь. А, ну, понял. Война и мил. Толстой. Да! Художник, автор картинки «Черный квадрат». Ну, ребята, это же просто. Конечно же, это Петр Шалинов. Ладно, ладно, шучу, это Малевич. Малевич. Кто из этих шлюбов вы ели? Ладно. Лысый. Лысый. Ну, вообще-то Ленин, но... Окей, Хрущев пускай. Да! Исполнитель песен «Миллиона хвостов» зовёт меня с собой Пугачёва. Ну, конечно же, я же... Кто это был управителем с... Ладно, исполнитель песни «Кони», «Привилетливые», Высоцкий. Да, советский музыкант с чёрным... Цой? Да!
Современный музыкант. Ну, это же Моргенштерн. Что-то еще есть. Оксимирон, Клавококу, Моргенштерн. Нет, это все-таки... Так и Моргенштерн. Я хоть его и не слушаю. Рэпер, автор... Вселенная... Вселенная бесконечная. Выход в голод. Выдыхай. Выдыхай. Может, на SMC? Да! Я хоть и не слушаю таких, но ладно. Советский ученый, проектирующий ракеты космической аппаратуры. Ковалёв, да. Советская исполнительница, автор песни «Волевные цветы», тебе не верю. Ну, думаю, что... Да! Ладно. Узкий ученый на собаках. Павлов, да! Создатель Павел Дулов. Ну, это же... Рэпер, автор песен Дискорд, Том Элджей. Так. Рэпер, автор песен Носи... Баста. Самый популярный блогер у политиков России. Яшин, Навальный. Что? Блогер... А... Ладно, короче, это хватит. Я позже до видео... Я еще позже после видео поиграю. Смешные видео про котов. Понял, ок. Ладно, что ж, на этом, думаю, заканчивается свой видос. Вот такой небольшой обзор игр из... Стоп, что там было? А, неважно. Так что всем пока-пока. Не, ну, было, конечно, круто. Пока!